Мои дорогие подписчики, гости канала, все, кто заглянул на минутку, здравствуйте! Добро пожаловать на канал Лора Лайв. Утро начинается с каши овсяной традиционной, с добавлением северной ягоды морожки, северная малина. Доедаем уже ее прошлогоднюю. И что у нас? Сок из телемарка с юга Норвегии. С натуральных яблок. Традиционные норвежские вафли с брюн-ост. Ну и так бладет. Дочь надела очки шпионские. Так вроде как-то глаза отдыхают в очках. Ну и что хочу сказать. Еду на массаж. Массаж я делаю у одной таиландской женщины. Она вот принимает прямо на дому. Сделала вывеску. Ног-ной массаж делает хорошо. Она практически плохо говорит по-норвежски, молчаливая, но такая добросовестная. За час отбарабанит от кончиков пальцев на ногах до мочек ушей, что мне как раз сейчас и надо. Продолжаю разговор уже после массажа. Час расслабления было у меня по программе. Выход из кризиса. Завтра поеду. У знакомой есть ванна, буду принимать ванну. Говорят, очень помогают скипидарные ванны, но скипидара у меня нет, у меня только крем скипидарный. Помажусь и посижу в ванной горячей. Тоже способствует циркуляции крови лучше, метаболизму. У нас выглянуло солнышко, но я сижу в пальто. Вот такое вот у нас лето. Хочу быстренько показать свои покупки небольшие. Вот была в магазине Kitchen, кухня. Аксессуары для кухни купила, вот такую форму, или это салатница, даже не знаю. Ну вот она мне понравилась, что она небольшого размера. То есть салата не надо так много делать, у нас всегда, если сделаешь, много остается, поэтому это как раз подходит. Лопатка, которая у нас есть, но она мне нравится, что ее можно не только перемешивать, но и накладывать. И вот такие ложки декоративные для салата. Конечно, это не для этой салатницы, но мне захотелось деревянных. Также для себя купила со скидкой был костюм. Вот у меня один такой, я уже сносила его домашний, Пьер Робер. По-моему, это Мерино топ, да, из шерсти Мерино. Очень хороший топик. Леггинсы, и у меня был синий, я сносила. Очень удобный, тонкий, не колется, приятный. Я дома ношу такой. Ехала из магазина и сделала выкладку на столе, чтобы снять видео и показать вам, что же мы кушаем в Норвегии. Ну и что я купила? В основном такая несерьезная какая-то опять еда. Но хочу сказать, что мы в основном кушаем рыбу, которая вылавливается здесь в море, замораживается. У меня рыбы много, я ее достаю, жарю, варю рыбный суп, делаю салат рыбный. В общем-то, рыбка у нас в полном ходу. Творог вот у нас, он только в одном единственном виде продается и называется cottage cheese. Cottage cheese. Здесь 4,5% жирности. Выглядит он крупнозерновой. Вот такой вот. Ну, если размешать, он такие большие крупиночки. Я люблю очень его. И стоит такая упаковка 2,5 евро. Ну и традиционный сыр, норвежский, коричневый сыр, Гюдбранд. Я без него жить не могу, это мой десерт, и я его так полюбила. Сначала я, все-таки привыкаем к тем продуктам, где мы живем. Сначала я к нему равнодушно относилась, вообще не ела, а потом привыкла, и просто не хватает вот этого вкуса мне. Очень часто готовлю вафли, и между вафельками кладут вот этот вот. Пластиками нарезают специальным ножом эти кусочки сыра. Кукурузка захотелась, упаковку. И два бургера. Вот такие два бургера. 4 евро стоит упаковка. Ну и на десерт захотелось мой любимый морковный тортик. Его можно, конечно, самому приготовить, но не захотелось возиться сегодня. Он был... Пробую первый раз. Вот она такая. Тягучая, но это мороженое. Чичичок или как это называется, или чичи, или коко. В общем, не важно.
Дети года. Вот такое полуночное солнце сейчас. Для северных широт это нормальное явление, когда небесное светило не скрывается за горизонт ни днем, ни ночью. Это длится с 1 июня и до середины августа. Ну, для северных широт такое солнце самое обычное дело. Для тех, кто никогда не видел и не может представить себе белые ночи, то это невозможно объяснить, пока собственными глазами вы не увидите этот полярный день. Спасибо за внимание. С вами была Лора из Северной Норвегии. Всего доброго и всего наилучшего. Подписывайтесь на мой канал.